Звоните через надо, нет? А? Звоните через надо? Надо. Thank you.
Долго? Вообще. Греть уже можно? Можно. На, попробуй, поснимай. Может, отогреет еще, я немножко в тумане подержал. Замигало. Все уже, все сгорели, везде теряются. Ну так. Он пятки снимает, то есть ожог получил уже. Так я не понял. Там что... уже задохнул, кислород кончился. Нет, кислород-то не кончился, потому что, в принципе... Или бы стекла, господи, раму тоже лезть. Нет, в настоящем так и будет. Понимаю, я не понимаю, а ну. Не, она под уклом. Говорю, в аэропортах классные люди эти.
концевиками, то есть они упираются во что-то и останавливаются. Uh-huh. И там манипулятором, ну, вот самой люлькой управляет наверху, он сам, то есть ему не надо говорить, он сам дун-дун-дун, подвел как надо. Тогда я не знаю, что они не вызывают. Я не знаю, что они не работают. Работают, не работают. Ну все уже, горите, дорог кончился, видишь, маска сняла. Угу. Напрыгни уже, привязано. Скайя сучи, повесите. Сама выиграла? Ты уговариваешь? Да... Если так будет дышать, не пожаре... Нет, ладно, явно по-другому будет. Ладно, кабинет проветрили, хорошо. Да, дернул он, выдернул я оттуда. Ну, они имитируют там, вдруг снова это занят. Они же тогда ее вытягивали, то есть снова дотянулись, а дальше не стали. Так,
какая-то непонятная. Это дырка для рукава. Туда рукав, и можно спрыгивать. Ну, просто не одет. Бюджетный вариант. Нет, у них... опция, да? Нет, у них на выставке была вот эта лестница с рукавом спущенным. Если рукава нету, то нафига она туда. Я уже не без страха. Ну, ты ж ты. Это пострадавший. Пострадавшая. Ты на кой соглашалась? Пожарный, а ну прыгивай, ты выкидывай, ты делаешь все. Там работник наш, что ли, еще? Да. У меня ощущение, что пожарник тоже боится. Не вылезти, что? Ноги. Да, там нахрен так будет. А, ну вы вот сейчас подготовились. Алло. У нас сейчас тут пожарная операция идет, все. Ура! Миссия он комплит! Ура! Хлопаем! Попали съемку! Сколько времени прошло? Много? Минут 20. Много, у меня уже фотоаппарат у Димы сел. Он на телефон снимает, телефон пока еще снимает. Че там, что ли, брат? Я не знаю, понятия не имею. По сценарию там, по-моему, два человека должно быть. Не, значит, одного. Какая же штука долгая. Сейчас все сломал, так я не всегда работаю. Что там? Все он пожарно лечит. Штурмовку-то? А? Штурмовку? Нет, а пульки наверху есть, почему он сам-то пульком не управлял? Я тоже знаю. Ты меня спроси. Не знаю. Yeah.